Помнит. Стартуем, поехали. А, и Синг тебя забыл, бля. Синг, ты бром станешь. Так, масло заканчивается. Перебор по РГД. Перебор по РГД. Нормально. Все, нахуя тут мелики? Вообще бы в целках им нахуй взял бы 4 вара, нахуй, 2 комбата, блять, одного ретрика, кота, 2 танка, и остальное, и остальное РДД, нахуй. Лучше бы 10 миликов. Все равно 10 миликов. Да, не, но я имею в виду про свич, нахуй, и все остальное. Самый заебись там. Может быть, вместо одного фурика можно было бы еще одного ретрика. Кого взять? Ну, типа, 2 ретрика. Не, одного достаточно. Два комбата и... Короче, смотри, самый идеальный на целках было бы... Перечисляю. 3 фурика, одного армса, одного ретрика, это 5 получается, котик 6, 2 комбата 8, ГДК протопал, либо 2 ГДК, похуй. Ну, или там не ГДК, без разницы, 2 ДК танка, короче. Либо протопала, без разницы. Зеро на подбос. Потом 4 лока. ШП бы нахуй... Одного ШП, либо сову нахуй, без разницы. Мне потом... И одного Элема нахуй. Одного мага, одного ханта. Все, и там еще остается, получается. Один слот нахуй, под еще одного лока, по-моему. Я после миликов уже не слушал бы. Ну ты найди, блядь, нормального танка второго. Да, разошли. Да не ной, если что, я буду танчить. Ну, скорее всего, ты будешь танчить. Ну, умираю, нет, что-то я не знаю, куда умираю. Ты чё, про целка? Потанчить. Да. А тебе паладинов танк не нравится? Потанчить. Да, это... Да, офф-танк может быть, офф-танк может быть и вар. Приона таун, мне плохо риск. Но в танк может и ворвать. Реслин, Боб, по Бурон. Главное, чтобы массейв был. Но в танк. У Вара там 30% от ШВ. Достаточно охуенно. Я убегаю. Ты все дальше и дальше, да, собираешь, Мерки? Обдотали ту хуйню. По кислотной поехали. Геру дали пул ДПС. Убили ее нахуй. Изничтожили, блядь. Ром. Блевало или нет? Да, блевало. Давай, Ром, приеду. Уходи. Хаку, блядь. Уходи. Так ему никто не сказал, что он не пистолет. В смысле не сказал? Здесь я озвучил. По жутке поехали. РДД раньше набрали, хилам центр оставили быстрее. Рейндж 10 метров, рассосались. Альфредес, окей, все нормально. С левой стороны. Угу. Блять, она раньше времени, по идее, сейчас блин, нет. Да? Бойч. Вот где-то... Разошлись, милики, разошлись. Она сейчас плюнет. Но. Милики быстрее, ага. Редига. Все, окей, Редигу прохил, видите, да? Ну-ка, еще раз разошлись на всякий случай. Ой, блядь, айсбаунд, быстрее, нахуй. И сокру еще, нахуй, сверху. Прохил, блядь. Прожимки свои прожмите, нахуй. Кто-то мне доказывал, что она два раза не плюет, нахуй. Заснял на видео. С подъебала уйдите с жуткой. Добивайте быстрее, она не успеет лужу разлить. Быстрее добивайте тут. А у нас милики стоят все в этой залупе. У меня все уже фоловано. Добивайте. Ну, мне тебе по-любому сказать, или по животным сказать, как я говорил. Успела разлить, нахуй, сука. Ладно, по щиты альянса пошли. Подъебала и поверни ее в щиты альянса. РДД метров 7-8 от босса, чтоб вас не откинуло. Остальные милики подъебало. Будем сбегаться в крест, как чё надо.
Все, в крест смещайтесь. Нахуй ты подвел. Тотем не забудьте убрать. Тотем убрали, петов нахуй своих аккуратно. Беги, малышка, беги! А, с Альфредес отбежали все быстрее. Ушли. Куда вы, блядь? Ладно, нормально, нахуй. Кто-то дернулся. Да, кто-то Нет, там кто-то. Там кто-то два или три человека просто побежали в ту сторону, потом, потом развернулись. Бля, Хелсе хорошо дамажит, блядь. Научился. В крест бежали. В крест бежались быстрее. Все в крест. Тут далеко. Быстрее в крест. Друидус, блядь, тебе отдельное приглашение надо. Какого хуя ты отдельно стоишь, нахуй? Отбежали. Блядь, куда ты, Альфредес, побежал, нахуй? Давай, или потом? Бля, извините, я потерял. Не надо. Потом. Блять, короче, нахуй, тут сейчас не сбежится ровно в крест, нахуй, получите минус, нахуй. Это делается для того, чтобы, сука, все сбежались в крест, нахуй. Это делается для того, чтобы, блять, после откидывания, чтобы, блять, этот, нахуй. В любую сторону вы убежали, блять, и никого, и он не ударился, нахуй. В крест быстрее все. От Альфредеса отбежали. Сейчас добивайте. Яшка вырывается чисто под истерии, блядь, сюда нахуй его. Слабый. Кажется, надо боб расчехлять, да? Раздуши его, Яш. Блядь, под конец. Просто под конец. Что ж, борло, блядь. Давай без истерии. Ну это было нечестное, блядь. Рецепты, трофеи можете ролить, а тут отказывается. Да, цвет отказывается. У нас никто не умирал? Еще брод, после каждой истерии будет боб. Тыкнул на штану, там тоже на кубик. Станьте РДД, рассоситесь по два человека в один кемп. И набрали рунжи. РДД по два человека, рейндж 11 метров. От ближайших других. Альфредес, ой, блядь. Блядь. Еще 200 нахуй сейчас сниму. Слышь, Альфредес? Альфредес, блядь. А. Все отдал, точно, блядь? Еще раз я не услышал. Все отдал, точно, уверен, блядь. Ничего не понял. Баба непонятно, да? Блядь. Что сферы, блядь, отказываемся, остальное можете не есть, кроме лутонов. Что непонятно? А, блядь. Не знаю, блядь. ПГС уебище, дай. Геру не давай, да. Оно, в принципе, нет КДПС. У меня есть план. Так, врата освещенулись, врата залили быстрее, врата убили нахуй. Настя, дай ход по вратам. Все, босс. Застанете ворота, блядь. А уешим бабу, играем по боту. Вот Фьюри прохильте, далеко там стоит. Заливай. Понял, что за план. Дон Зека прокинул.
Вау, выбежал. Хаку чуть-чуть сдвиньте. По вулкану поехали уже. Милики, к вулкану быстрее. Вулкан, блин. Бля, я думаю, че вагон, я вагон не разобрал, давай, избаунд. Жми ЭМА на огонь. На ЭМА на огонь жми. Поменяйся, Глю. Этого первого гоня убили. Еще раз ЭМА на огонь нажми, Глю, быстрее. Глю, поменяй, поменяй. Так освободите. Ладно, забей. Уже поздно, блин. Дай, давай эфире. Они селу прохилите. Вы ничего. Нарибахнули паладина быстрее. Давай только в этот раз, блядь, силовенько сыграем, нахуй, без этой хуйни, что, блядь, играем по боссу, нахуй, по бабам. Не понял сейчас, нихуя. Сейчас мы, блядь, типа, не играли по этим. Бой теперь я проснул. Врата свечи, блядь, быстрее. Настя, когда скажу, сам, да. Давай. Угу. Папа обидали немножко давно. Вулкан 40 секунд. Успеем, мы сейчас успеем. Не, бейте босса все просто. Что, остаки с ними шут хочешь? Чувак. Ну, повезло тебе еще. Играйте все. Играем тупо в босса, никуда не свищу. Я тебя не услышал. Гин? Вот почему ты первый был. Я вагонир забыл одеть все это время. Ты понимаешь, кстати, Володя, что ты нас кинул, блядь, в понедельник? А я писал заранее, что я переверил, мне до четверга не будет. Меня не никого вышит. Я написал заранее, Дима. А что это было? Мы приходим, у нас же челы. Ну это умолчание по инфу, не понимаю. А мастер Аур по огонь. Ой, колечко на ТЦ. Можно, блять, шорты дропнуть, пожалуйста. Хотел сказать, ты холипала? Да, и никто ж не хилил метку, блять, до конца, вы чё? Шли к щитам. После боя метку надо хилить тоже. Шли к щитам. А, и утешение еще. А, да? Бриона танка. Блять, там жертву сатане, что ли, принёс? 31% разрывная. Еста, сакру, точнее, СС по мне. Я лишился статика. Тихо, я не хочу дышать и думал кинуть ебучую игру и продать аккаунт. Пожалуйста, не говори со мной. Я просто не дышу. Слушай, ты тут не плачь, нахуй, я вообще на НХ играю. Я не плачу. Ну, тут. Я понял, он статик жертву принёс. Давайте тихо, вот эти вот разговоры нахуй на потом оставите, хорошо? СС, спасибо. По мне, спасибо. Синг по Урионе. Закиньте по, на всякий случай, по Глю Ванесела. Мало ли, блядь, Ванька там сам как. И по Альфредосу закинь, пожалуйста, кто там остался. Типа, если он сдохнет первый, блядь, как в прошлый раз. Важно. Если что-то пойдет не так, на мне будет. Я поставлю срок погреть. ДК заберет, умирай. Давай раскидывай. Начнем справа. Ваничелла, твой прист. Ридига продлеваешь хекс по присту. Друидус продлеваешь циклон по присту. Полумесяц, если что. Так, мой хант. Куриал хексуешь ханта потом. Вайтфюри циклонишь ханта. По рамбу вливаемся. Кикаем косты, станем и так далее. По печеньке. Трипл. Не, подожди, трипл контроли тут. Синг. Синг печеньку фиряешь. Альфредос циклонишь. Все этого достаточно будет. Дальше. Да, можешь еще дерево побанить. Можешь дерево побанить еще, да.
Хаку пошипаешь этого, блять, кто там? Шаман. Шаман у нас хил. На шамана пошипаешь. Кто у нас? Кто у нас кроме... А, Хулипал. Вот. Этот бойчик пошипаешь Хулипала. Все. Сыру на антифир по мне, курил тремор крест вперед. Забери, у кого этот броня стоит? Арислина. Отойдите все к дверям. Быстрее, шли все к дверям. Хаку, ты куда побежал? А баночки раздавали? Давайте без банок, а ну один хуй, если что, пойдет опять здесь. Блин, Синик, у меня есть вопрос посылок других. Углю, отойди чуть дальше. Все, у кого есть банки, пить. Даю счет. Готов мастера урезать. Нажимай, блядь. Все, я выхожу. Стойте остальные, стойте. Еще магу. Стунем. Все. Ром сейчас подгрипаешь, по ромбу будем играть. Геруда. Давай. Контроллеры сдали по своим таргетам быстрее. Он их ел максимально. Вставай. Кто ханта контролит сейчас? Смотрите, особо на фул не держите. По ханту дайте контрол. Да, вижу. Хекс курил, по-моему, по ханту или кто, я не помню. Печеньку играть. Блять, курила сложила. Сейчас верну ханта. Курил, вставай. А, встал, окей. Ребафните курила. Покурил боб, Настя. Боб быстрее покурил, дай. Каску кинь. Сдаешь его. Хекс откдешится, дашь по ханту сразу. Сейчас третий вид. Есть Хекс? Хекс есть? По ханту. Этого... Ханта бейте, ханта, похуй. Полумесяц теряйте. Яша, дай дизарм. Ждем. Скиньте баф на Настя, дай ход. Настя, дай ход. Или рейд, глюк. Все, я в принципе уже там сам. Да у нас все заебись, нормально. Нажми мат на броню еще раз. Ну вот нормально, наконец-то нормальный пул, давно уже не было, блядь. Ребута все какая. Грипни сюда полумесяц. Вот, я в чём. Полмесяца играть. Чего ты его нахилить? Я дерево по контролю, короче. Рипл забери, шамана, синг забери пал. Ебал он тринковать. Да, есть помаде что-нибудь. Энервейт скинь чеваучку по этому. И по глю скинь друидус. Воет Зероне не надо, ридги закинь. Альф, продай еще по глюшечке даже. Е6 стана, да? Да.
3,5 минуты осталось бы этой бомбы. Все. Друид, разбаньте. Сука, мисс Ханжон. Подгрибись сюда, друиды. Кого покидайте? Тут замедло. Чё сбить никто не пришёл? Серьёзно, блядь, ничто касс не сбил, ну. Давайте играйте. Можно просто пиздить, типа. И там пиздец вообще жестко. Подводи эту хуйню всю, думаю, ешь сейчас. А я... Жопка. Пороги играть. Сирия надо. Я потеряю, короче. Избью его нахуй. Только пока на бега нахуй. Кидай кого на шоп. Он любит Яшку, у меня есть отвена. Пять минут, кстати. Быстро, точно. Есть шансы вырваться в топ, но за быстро убийство этих ебаных чемпов. Я по тике. Я увешу Гаварчику, давайте. Увешу. Там, по-моему, 6 копейками лучше. Ну, лучше. Ну, 5.48 сейчас. А, 5.48? Не, у нас. Сейчас. А, не, я говорю лучше, там, типа, 6 копеек. Чекну как раз. Эх, сам, кто такой залбапливый бот, не знаю. А где чекнуть, блядь, по времени, я что-то не понимаю. Топ гильдии по времени. Ну вот открывай, блядь. Выбираешь ВК 25. И открываешь подробнее, и там на каждого босса показывается. Сегодняшних потерь мы стали слабее, как целые. Ну вот и тренька. Реча выиграет от подобной глупости. Пали великие воины. И ради чего? Что-то найти не можешь. Отойдите все сюда, вот что. У нас было лучшее 14 минут. Что, блядь? 14 минут. Теперь, блядь, семёра нахуй. Я беру темную, танчишь светлую. У Риона возьмешь светлую, танчишь темную. Серега слева, Мирай справа. Так, а ты лучшее время нашел сколько-то? Ну, я видел Nothing to Say 7.15. А, ну, походу мы даже обогнали. Да, у No Mercy 23 минуты лучше килл. Что, блин? Ладно, похуй, Мирай с левой стороны, серый с правой. Кнопа Shadow Protect. Серки. Кого на пул отдавать? В меня Хелл... А не, Яша в меня напулит. Хелл, напуль, пожалуйста, в Ориона. Угу. Синк. Иди, блин. Встаньте все в один кэмп. Может, вам метка, ориентир. Скорее встаньте все, еще раз повторю. На пульт, давай, нажимай. Тело зачем? Какой-то бракованный на пол у вас. Минуту, блядь, чисто, блядь, нахуй, не делай, по-моему.
БР не тратим. Кажется, и Геру тоже. Ну, тело покинь. И все. Я его отрубил. А, ну, бля, забиваем щит. Хинка, беру аккуратно. Локи должны сами смотреть, корреспондент. Донзеку закинь, Вань. Распада уже нет просто. А КД уже? Да. Закиньте глю. Глю Донзеку. Настя, дай Сильву по Синсонгу, а Реслин по Триплу. Остаемся дальше. Че, сейфа дай, прохил чувак, умираю быстрее. У Леона по команде, если бы скажет сейф, закончит. Светлую сущность все взяли, по ромбу поехали, чем мне ловить? Давай, сейф. Подай. Реночек. Ваня, дай массаку приводи. Не надо, не надо, стой тут. Окей. Два раза светлое будет. Подойди, пожалуйста. Если ДПС сломал, блин. Сори. Я же на сколько, блядь, 45 давал, нахуй, резко на 30-ку. Тайминг, точнее, глю, дай сакру, Макс. Бля, сейчас еще тот будет. Я сказал. Добиваем еще. ХБ бейте. Самирая. Умираю, гасы. Сычется. Заходи, Курл. Сейчас. Вот, забил. Ну, отказывайтесь быстрее, ребят, шума. Курл. Что, блядь? Ты заебал, говорю же, блядь, дай шмот забрать. Да я курил, говорю. Не Кирилл, а Курал, в смысле. Мне ВММ? На, ВММ аспект. Вызови, да, Ванька, я что-то... Так, что ты говоришь, хила в шестого, да? Да, обязательно. Да, вызови перешла. А он на два пика. Я ж тогда как в тот раз, я напомню, справа, а слева около этой. Берите, ну, берите. Дайте мне, пожалуйста, минутку, я сейчас БП, вот ровно минута как раз топула. Да, не переживай, всё. У меня ровно минута подыгрывает. Кому не нужен босс? В принципе, мне не нужен. Настя, хочешь почилить? Вместо меня... А, блядь. Подожди, ладно, ща. Ой, блядь, я рейла не скинул просто. Да ща, подожди, я рейла скинул. Он перекинется со временем. Ничего страшного. Все, ну, окей. Бери место меня. Абориген, ты тут? 30 секунд до конца БГ. Все хорошо, Домаш, не переживаем. Еще пока перезаходим, он пока готовится. Я вижу, я на это, в Дискорде на это, на каком-то плесте смотрю. Понял, какой-то приз. Сопротивление всех есть? Я, кстати. Самый топ-1 хпс лучше. Это человек, который сначала не брал себе никакую сферку, чтобы на себе больше покручивать. Все нормально. Я же не умер. Ты не имеешь права на королев гнать. Все, я здесь. Поменял колотушку.
Барамира сегодня нет. Я готов, в принципе. Никто тебя не кикал. Синг, да, сейчас групп. Так. У меня вопрос есть. Еще ты в прошлый раз не спросил у Вальмура. Мне вот это вот надо снимать? И надо ли вот это вот скидывать? Ну, ты просто не хиль. Кого? Ну, молитва за случайно может отлететь. Ну, Андрюха, да, говорил, что сопля может перепрыгнуть. Лучше сборолась. Да, хорошо, это что-то. Сними Т4. Чё? Дроп. Да совсем бесполезно тут. Ну, если ты не хилишь, блокер. Так, Локи, поставьте этот, как его, блядь? Шкаф. И камушки, да, камушки точно. Не полностью снимать или только типа 2-4 оставить или вообще снимать? Ну раздевайся, заебал. Ринджа, перепрыгивание, молитвы, восстановление 20 метров. Вот и думаю. Если я помню, она вообще прыгает только по пати, нет? По 20 метров, в любых она прыгает. На фрейде прыгает. Не, я точно сниму. Ну, 4-4 точно сниму. Ешьте рыбу, поставил, дайте не тратить время, пожалуйста. А Зерона до первого зашакаешь, да? Да. Я второго, все окей. Так, абориген, вы поняли, кто где? Да, я слева, если смотреть на ново. Окей, хелл, ты справа. Выживание, убирай, становись в нами. А, сейчас я вам. Так, Кири, ты все там сделал, да, у себя? Кстати, да, у меня минус квест, нахуй, но похуй. Обновите инту. Да фласку я выпью, нахуй, не переживай. Своя. Вы этот, поставь все сюда крест, нахуй. Кто справа, блядь, напуливает? Еще я раз. Я справа напуливаю. Хиллсайд, да? Абориген. Я там, его. Где в одного шапите, он тут двоих. Хорошо. Вы моего мало бы спекетесь. Сфера я поломаю. Сапроты у всех. Хорошо. Есть? Сапроты. А первый, как обычно. Кто там первый? Глю? Или Кнопыч первый будет кидать? Нет, первый давай. Первый Кнопа. Второй будет Ринда. Третий Глю, четвертый Реслин. Если что-то поменяется, мы скажем. Так, Мирайч, ты свою задачу знаешь. Чек на пул. Так, стоп. Одна секундочка мне нужна. Буквально. Каски по паладинам не вижу, пожалуйста. Ладно. Где это хуйня? Приста баф дали. Другие. Ты вышла? У нас касок ни у кого нет вообще. Ну, блядь, ну... Что такое? Подыкава каску. Касочки, знаете, пожалуйста. Пороги. Там Вань, ты, наверное, не кидал? Каски. Что там? Так, Кирюх, ты готов? Да, поехали. Я тебе по ношу первое, второе сам. Да, я похуй, блядь, можешь не ношу. Да ты закеш. Мне твоего анонса, блядь, по большому счету. Все, давайте. Стали по позиции, даю отсчет. Готов? Ну, пуляй, да ну. Еще пить. Ну, счет давай. Блин. Поехали. Только пороги лапку дайте. Ты что, монеты крутила? Ну ладно. Пуль, я ж... Пари? На пол давайте. Дай. 3 секунды, 2, 1. Нажимай. А не, блять, бери, может, не ноль, заебал. Ешь, она прибежал.
Я на всякий случай панну ушу. Я не ты. 5 секунд. Блять, у меня под карту это сейчас дается, понимаешь? На поле реком, пань. Закапывается, смотрим. Первое озеро. А, блядь, забыл сказать, кнопкой ты первый даешь, Боб. Я уже сказали, мы все нормально, а, уже. Кнопочки, Фред. На пулы дали? На пулы обязательно надо. Поехали. Сейчас, скорее всего, я буду новый. Если что. Второй. Далеко сфера отсюда. Заходили, Фред. Быстрее, блядь, с покопателем сыграете, нахуй. Синг. Окей, я там, Боб. Не уходи далеко, стой, стой, стой. Я стою тут. Отойдите отсюда. Блядь. Давай. Блядь. Убили копателей, быстро. Бориген, блядь. Ничего страшного, блядь. Нахуй. Альфред, издай БР. Да, чувак, вода, окей. Смотрим, сейчас убегай на КСК, беги. Просто беги. Да, да. Все отлично, Антон. Я чуть не убил сейчас этого друидиса. Точнее, вот чуть. Отлично, убери как скрабея, больше по скрабеям, пожалуйста. Скрабея быстрее добивайте. Двадцать секунд это. Играй, обнови там. Падаю еще на пол. На пол. Блять, лагать начало, пиздец нахуй не вовремя. 5 секунд, Киря. Не купи. Давай. Блять, ебать, лаки нахуй. Ну что, кидай. Восемки. Блять, гришь под карту нахуй следующий, блядь. А, да, душ, на поле лег копать. Че за хуйня, блять, у меня пинг поднялся, да. Блять, меня пета убили. Че сбили? Да пета убили, блять. Минус ДПС. Бежали. Озеро. Сколько там процентов у Ануба? 35. На пульте, пожалуйста, абориген Хелл, на пульте, пожалуйста, трэш. Очень больно. Не влетайте, так, не влетайте. Только, короче, влетайте. Не переводите сразу Ануба. Пускай трэш выйдет на пулице аккуратно, только вот он будете переводить. Так. Нет, трилу уже чтобы сломать, чтобы все или будем бегать? Нет, будем бегать, у нас есть, у нас все бобы есть. У нас нет боб-то больше, нет? Есть, есть еще бобы. А. Арислин, сам... Нет, Кнопыч, беги, Арислин по нему дашь. На пульте копать. Добивайте копателей без стрина. Что так долго, но? Скрабея. Альфредо, свой создайте сразу. Я абориген еще дал. Абориген еще абсолютно точно, блядь, 9 стаков нахуй. На... Блядь, абориген, просто не бейте жуков, стой сюда вообще. Реально. Альфредо, создайте тоже. Он ходит я попал реально бой. Стой, стой, стой. Синк абориген. Все, вы пили скрабея? Скрабея. Скрабея. Не переводите босса, только подожди. Бочет что? Глыбу нажми, хаку глыбу нажми. Рестлин бабл нажми. Ады. На поле ли адов? Поехали, играем. От босса встань. Кири, 5 секунд. Я вижу. Зеро, ты же шипу даешь? 3, 2, 1, нажимай. Сняли эти, вот убили сопротивление. Стамину себе сняли, кроме танка. Вставай, Альфред. QCQ ресы, Void Fury. Уриону друиду. Либо фаров. Эма на лед, дай у кого стоит. Вот прям сейчас. После этого отдашь гриб. На пол копателей. Блю забирай просто.
Блять! Тихо. Альфреда, срезай зерона. Кнопочка. Арислин, Арислин, ко мне, подойди быстрее. Подойди ко мне, быстрее, быстрее. По команде скажу. Готовься. Копать или ферните там под боссом. Давай. Давай. Угу. Второго шага не будет, потому что я мертв. Блять! Ну ничего, куда-нибудь касса бьется. А не в этой жизни касса сбивается. У меня жук просто гроб прибежал, убил. Я сорвал его прямо из пачки. Ебаная лаги, нахуй, пизду, блядь. Скачай себе жуку, блядь, правда. Да я с VPN-ом, блядь. Шо... Так при чем здесь Вика, блядь? У меня на 5 секунд зависло. Что я тебе, блядь, сделаю, если этот сервер ебаного говна на? Ну просто на 5 секунд залагало, блядь. Таймер, ну я по таймеру времени, блядь, вижу, что нажимать. Я нажал, блядь. В итоге все равно, ну, нихуя. Из-за лагов оно нажалось позже, понимаешь? При чем здесь, блядь, ну, вообще эта хуйня? Я не су... я даю по таймеру все равно стан. Мне на твою Вику с похуй, блядь. Это, понимаешь, ну, у меня просто, блядь, зависло, нахуй. Что я сделал? Я сказал еще до этого, что лагать начал. Да ладно, не расстраивайся, чё. Ебучий, блядь, сука, говносервер просто ебаный. Вот и все, нахуй. Да я не расстраиваюсь, ну, просто, блядь, говно ебаное лагает. Вот и все. И это с VPN-ом, нахуй. У меня вроде пишет, блядь, 110 пинга, нахуй. Взяла, просто зависла, нахуй. Ну и пиздец. Я рестлин, блять, на секунду раньше стан дал, из-за этого, нахуй, не прыгнул. Ну, я маленький вопрос. Вот опять началась эта вторая фаза. У нас два вара упало моментально. Как? Из-за чего? Бигстаков миллион было? Что происходит? У нас сразу, как фаза начинается, люди падают. Там же геры дается, там все дается, как ни. Ой, блядь, не то. Ну, посмотри, смерть. Метки съели. Метки съели. Вар умирает от жвал, по большому счету. Клю. Первый раз. Это второй раз ты уже умер, а первый. Первый Ну, швалы и пронзающий холод. На нем метка, блядь, два. Ну, швалы ты понимаешь, ебали нахуй на Урионе, блядь. И метка. У них швало. Кто-то может в трэш хуёво играет. Что на людях? Глю, забери фастлизист. Ваня, забери этот каста. Ну давайте и вы на первую прям на фазу сразу. Дается, блять, айсбаунд. Дело не в этом. Просто жвал дохуя. Жвал, блять, без разницы, кто там своего будет, он сдох. Блять, 9к и пронзающий. Ну, блядь, парни, 8. Тихо! Просто иди спой, точнее, пристабав, пожалуйста. Прислин, все нормально, все нормально. Стали по позиции. Ванисела, поешь рыбу? Вот вы мне скажите, есть смысл на форуме поныть нахуй, чтобы они чем-то начали делать, фиксить эту хуйню? Ты хочешь, чтобы было хуже? Не, ну они как-то исправили, было дело, нахуй. Кир, ты готов? Забей, Кир. Да я-то готов, блять, ну просто эти лаги, это пиздец, ну, я тебе говорю, нахуй. С лагами общаться. Давайте, 6 секунд. Гори в жопу. Лаги на рейде без масла. Это меня огонь багует? Хотят минус EPN. Стерики, да? Охуя, умираю, лучший, блять. Что он? На пулили копать. Приготовься, нажимай. Ты раньше говоришь времени нажимай. Ну за секунду я лучше... говорю, встань, и стоят 3 секунды. Очевидно, что все будет заебись, правильно?
Ну вот, Реслин тебя тогда застанил, нахуй. Теневые удары пошли по рейду, нахуй. Ты если раньше застанешь, то пиздец. На пол. Зеро нас сколько на пол ударили. Следующий бы давать рейн. Абориген, пожалуйста, ты можешь не бить мобов ебаных, не набирать на себе стайки? Не убегай далеко, вернись обратно, вернись обратно! Да нормально, я подошел к нему, блять, не ной нахуй, я вышел с ориду. Потому что я думал, что вообще на меня бежит. Заходи, 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 заходи. Рейдинг. Резать тебя на зэк, чувава. Убили скоробей. Рибав на левару. Копатели на пол. Скоробеев добейте, да, скоробей бегает по рейду. Приготовься, 3 секунды. Жми. Закидываешь? Да, через 2 секунды. 8 точно. Киря 8. На поле ли копать? Вот эта лужа, которая стоит, ее не разбивайте. А вторая тут. Первое озеро. Пока не влетаем. Ориона побежал. С ним глю. Напулили. Паладин и страйк. А, тут реслинки. Быстрее бьем. Может, сейчас нужно будет ретаргет. Нет, по-моему, будет. Охуенно, ретаргет, нахуй. Боб, дайте по мне. Да. Трипл, рез, не ж... Воид, фьюри, как только трэш. По трэшу быстро сыграли. Смотрим таргет. Кнопка. Больше воскр... Больше по скрабеям. Никто не бьет босса, блядь. Все убивают скрабеев быстрее. Ждем. Копатели на пол. 22 секунды. Там человек погиб. Я понимаю, 22 секунды, блядь. У нас КДБР, там 14. Фредес хаку под босса. Воет поэтому. Поехали, да, сняли эти, выбили сопротивление. Сопротивление из прошлого пола должно. Готов мастера у нас просто. Нажимаю. По команде Ваня сейчас саку дашь.
Готовься, три. Антов похил. Аборигена прохил. Забери фрост. Люблю фрост. Зажимай. Закидываю, как когда проезжаю. Глю, готовься. Хорошо. Три, два, один, давай. Чего? Закидываю. Бой, гейм, Коля. Акробатили на пол. Личный сейв, акробатили. Похил, блять. Ладно, я 50 нажал. На Бауру, блять, на каст, нахуй, вместо этого. Блин, не хочешь забрать Ауру на каст? В нашем стиле парни 49 из 50. За нить все, короче. Слышь, Дим? Добро пожаловать на испытание крестоносцев. К соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. Черепуха на тебя упала. Ой, блядь, парни. До серы самое время. Да эта помойка, блядь, перестанет лагать нахуй. А, и Слинчик, а ты тоже 2 соточки получаешь, ты в курсе? Что по баблу было? На нем дебаф от бопа, наверное, висел, скорее всего. Он вроде ж был на этом. Был на нем жвало, видимо. Что такое дебаф? А чё тогда не снял бабу? 2 минуты, блять, когда дается паладиновское возложение, бронь защиты, бабл, что-то подобное, вешается 2 минуты. Нажимаем 2 минуты. Крылья бабл, гнев небес. Паладин тупой балбес. Давайте. Ты когда бабл нажимаешь, после сколько тебе нужно подождать времени, чтобы потом боб на себя кинуть? Вот, сама ответила на этот вопрос. Мне бы что-то там прокрыли. Ну, кому-то никому не надо. Дальше едем. Это я предположил. Что мне, блядь, лететь нахуй под... Заебись ты нахуй. А почему ты съебалась на фарб, скажи? Дайте шкаф, мы суманем Фиесту. У него шмотки. О, блядь. Я же сказал, подумай, что ли? А на ДК? Чёрт. Нет, ты куда из туда? Я тебе больше скажу, я на всех персонажей построил, не трогал, чем мне, чем мне. Будь здорово. Надо хуба знать, но было, блядь, начинать стримить нахуй. И вот эти вот пролагивания ебать скидывать нахуй. Что это за хуйня вообще? 11 000 зерона, у тебя нет столько. Помните говно, вот и все. Пускай бы хоть попытку возвращали, гандоны ебаные. Они не будут возвращать, они же поднимали эту тему уже и экзальты, когда повинились тоже на всякое. Сказали всем поебать. Ты же понимаешь, тебе ответить могу, что... Астерона, шаг 500. Просто... Так, окей, там.
хест. Че там? Ну. 2, 3, 3, че? Кольцо ебашится, да? Нет, это сухой. Трика раз, два, три. Кир, тебе ответить одно. Если вас лагают, не играйте на такой ответственную роль. Все. Холечки, разваливай гильдию, остановись. Да не, просто это хуйня. Хуйня это началась сколько? Две недели назад, по-моему, или сколько уже прошло? Белорусь. У меня не лагает. Так у меня тоже не лагает. Ну просто, сука, вот начал лагать на том пуле, нахуй. Я сразу заранее сказал. А потом у меня зависло просто. Дим, у тебя на том пуле, когда я лагал, ты тоже слакал, поэтому я думаю, не в лагах дело. Да, это кто же сказал. Я, ну, тогда я заслакал, я что чувствую. Чего еще раз? Берешь и споришь, что ли, что бывает и затупить можно. Да и только спорить не надо, в принципе. Бля, заебете, на варе буду танчить в следующий раз. Да нет. Какая разница, нахуй? Ты тоже из Беларуси, нахуй? Вот у тебя зависнет на 5 секунд. Кто от этого задохнулся? Что, я с АПНом танчил, вроде не проебывал. Так, блядь, я тоже вроде не проебывал. Мне зависло и пиздец. Ничем, нахуй. Логика, блядь. О, опять зависло, нахуй. У всех или у меня одного? У тебя одного. Я тоже из Беларуси, но мне и так не виснет, как у тебя. Понимаешь, а у тебя эта проблема у тебя именно конкретно. Ну, я в Гомеле, допустим, живу, в принципе, вообще лагов. Ну, особо нету, только лаги-то, когда сам сервер вступит. В смысле, Белтелеком приколов тоже откалывать не надо. Карточка, обмен. ХЗ, не видел. А у него просто Белтелеком ближе к центру, понимаешь? Центральный Белтелеком. Да, блядь, центральный Белтелеком, нахуй, с лагами, ебать. Я думаю, Белтелеком Гомеля от Белтелекома Гомеля как-то, ну, так, не особо отличается. Я быстренько начислю, чтобы... У нас будет еще что-то, можете ИП дать тогда, я уйду просто. Там еще шмоты куча тогда. Может, обычки закроем? Не, у нас не шмоты. Обычки завтра с Байером. Поехали дальше 10. Я поснимаю. Я поснимаю шмот роль. Да. Ну все, соло там оставь. Мне тоже оставь, Бурунд. И мне. Два. Три. Рука в голову. Дальше. Если кто у него 10 пойдет, пишите баланс плюс. Глю раз, два, три глю. Че за хуйня, у меня друида нет нихуя. Никому нахуй не надо этот токен. Дальше снова. Все у меня, хорошо. А, все. Наверное, курил за десятку, да. Дальше, поставь на меня, хотела она походу. А, она. Так, кружал из подышки. Я посмотрю. У вас, если что, на полтрека сре меньше. Ой, блядь. Блядь, через две недели убьем парня, блядь, с нормально. 50-50 знал. Почему через две? Что? Ну, потому что мы каждые недели делаем. 850 плюс 750? 1550.
Ты адекватный человек? 1600, блядь. Как может быть, блядь, 750 плюс 850? Я его читала, может, и как. Поздравляю. Так, эта хуйня никому не надо. Ноги. А, чисто. Манишку. Давай, блядь. Что я? Вообще никого. У меня такое смутное впечатление. О, ебать. Рывок Эридаров, нахуй. Поняли отсылочку, ебать? Уже нахуй на Близлайке, на Личкинге уже рывок Эридаров был отсылочку. Только сейчас заметил, что я так надо. Так, а в смысле? Это же не только раса, это, блядь, и, ну, раса, которая в ВК есть. Опа, ну да, в принципе. Я что-то, блядь, не подумал. Ладно, похуй. Яша, напиши, пожалуйста. Ладно. А что ты хочешь? Потому что зерона чуть-чуть это не намного. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Получил. Зерон, тебе это на мейн спек? Я вкинул сейчас. Подождите, блядь, что вы там деретесь, парни, блядь? Тихо. На ШП, ты уверен, что это тебе на мейн спек? Но нет. Какая разница? Курил. Я не продолжаю. Не продолжаю. Подождите, Курил, блядь. Солнышко мое, тебе на мейн спек? Курил. Не, курил на офспек. У него ну, есть Мазерона. 10 ИП. Офспек. Кнопка, блин. Про него просто, блядь, ролик, блядь. О, сандали дальше. О. О. У меня 39-й какие-то. О. 3, 2, 1, будь хуря, я. Утешение. Пошла война. Пошла война, зовут. На лоба, на лоб там деретесь. Озера надо подраться с тобой? 10 кайт сейчас, да? 100 тысяч? Они оба на лоб дерутся, они оба на лоб дерутся, интересно. А, да. Ну давайте я за 10 заберу. Я буду. Не дыши. Что? Давайте. Ты посмотри на мой тринкет, просто посмотри на него. Это самый дорогой офспек будет у Старина. Там 10 уже ушло кнопку. Альфредус. Да, я так и думал, нахуй ебал. Ну ладно, дайте Азероне. Азероне нормально было. Да я думал, может там Алча, если брать. Нет, пускай дерутся, я что, ну... Подожди, Альфредус сегодня на войне, да не забей, Вань, ну типа забей. Лучше уже даже осколок льда ссылка 10 в очки с ребятами. А сами что у нас меня убивает? Он вроде бы должен быть апнутый, но... Вон, чтобы вы понимали, у меня, наверное, друг какие-то линии, блядь. Вапнули? 260 маны. Да ты, наверное, вдруг... Нет, кому? Фейст. А где он? Ты сегодня, блядь, весь шмот забрал, нахуй. Я 5 шмоток поутал. Да и бьёшься для чарить. Ты чё там чарить? Ко мне не обращайся. Токенов. Бля... Я ничего не буду чарить. О, снова в спеке дерут, смотрите. О, ебать, 1к. 1к, ебать. Ну, блядь, честно говоря, чувак танчит нахуй. Да, ну, сейчас люди начали... Ну, я дам либо Бави, либо Войт Фьюри, решайте, кто из вас. Чувак, тебе сильно надо? Так что деритесь. Ну, Войт Фьюри нам танчит этого. Ну, кстати, Войт Фьюри нахуй хороший спек. Может, я могу что угодно застанчить. Чувак, Войт Фьюри, что все. Серега будет танчить. Ну, Серега побеждает. Это короче, чуваву берешь или уступишь? Да, да, он танчит часто, пускай. Next твоя, вот. Завтра хороший. Может быть. Реслин обмен. Дальше. О! Бля, 10. 10. Частое О, блядь. Бля, 4 кнопки заебал. Ну, Войт Фьюри за 10, потому что в спеке у Альфредеса... Реслин на лис... Слушай, я Ретриков спеку, да. Реслина это мейн, да, 10 за, для Реслина, 10 за Реслина. А Реслина, ты уверен, что на тебе надо? На мейн? Тебе же вроде нормальный пояс. Тебе что, хита не хватает? 60-й пояс у меня?
Чё? Ну, у него типа бисовый пояс на самом деле. Чё, ну, если только хита не хватает. Реслин, ты меняешь и будешь носить, или ты просто так побаловаться? Может, возможно, хит добить, а не хита, может, не хита. Ну, тогда не я подумаю. Если подумаю, блин, ещё. Так надо тебе или не надо? Ну, ты скажи нормально. Надо. Окей, давай. Реслин, это гиблое дело, блядь. Один сокет на меткость, нахуй, и все, блядь. Терять его с 260-го пояса, такое себе, нахуй, ради меткости. Рид, ням-ням. Ты на Гроле что делал на этой КД? Сегодня руки закрывал. Не-не, на Короле, вернее. В Сове был. В Сове? Ну давай в следующий раз я в кат... А хотя, блядь, я не ну, знаю, давай. Где полез. Там не без разницы, что танчить, я все танчу, весь контент, 7-4 метанки. Что? Я могу тебе уступить. Тогда давай. Ох, короче. А, триньку там? Да. Я поменяю сейчас там епа. На следующий раз. А, тогда поменяю, я... Всё? Угу. Всё, да. Всё, заходим, давайте на Никсю. Вот эти вот, смотрите, наручи вот эти, крит, меткость, как думаете, стоит на СВО брать, нет? Он за... Мне там... Мы... Если тебе только меткости не хватает, это так не стоит. Ну да, не стоит. То у меня крит хаст, которые эти крафтовые. Всё, всем счастья, здоровья там. Всё, мы да. С Войт Фьюри договорились, он магик, а, ну... на следующем КД, он танчит. Вот. Угу. Заебумба. Я буду биться, нахуй. Да, блять, хуй знает, у меня же все настроение пропало, нахуй. Я ебал, нахуй, я и так горю от этих лагов, нахуй. Кирилл, давай искать человека с России, который у него лагает. У нас же есть время одеть второго танка. Почему этим не занимаемся? У меня лагает, танк, давайте, паладин. Второго, а где вы же в паде? Вы, блядь, у Хэлла в паде или что? Прием.